Ну что ж, всем добрейшего утречка. Утренняя гимнастика йогов на канале Серхио Йога. Меня вот на каждом фактически ретрите спрашивают про книги. И вот то, что у меня на столе лежало, я могу показать про книги по йоге. Дэвид Коултер, «Анатомия хатха-йоги». Потом, ну, каково это такая объемная, кого это будет интересовать, я вышлю более, ну, уже текстом. «Древние тантрические техники йоги и крии». Вот, три тома. Вот первый том. Это с вами Сатьянанда Сарасвати, который автор йога-нидры. Вот он известен этим. И наверняка знаете вот такого персонажа. Голландец или датчанин. Рейнхард Гоминдхален. Кундалини-йога Парампара. Живая традиция кундалини-йоги. Тут очень хорошо с иллюстрациями описаны все процессы, связанные вот практикой. Хорошо. Сегодня предлагаю поулыбаться вначале. Вот, распространить внутреннюю улыбку, внешнюю улыбку. Улыбнуться. Начинаем занятие. Улыбнуться себе, улыбнуться своим, вот, самому себе. И своим, ну, составляющим, давайте, физического тела. Вот улыбнитесь глазами или глазам. Улыбнитесь, вот, в область сердца можно поместить улыбку. Потом у нас область желудка, да, под сердцем. Спускаемся, желудок. С другой стороны, печень, кишечник, почки два раза. Улыбнитесь. И вот половыми органами можно улыбнуться, почувствовать. Просто чувствуем зону такую, вот раскрывающуюся, мягкую такую, теплую, да, вот у нас улыбка, что дает? Тепло, расслабление. Давайте еще раз в голове возвращаемся. Поместите в шею улыбку, в плечи, это в локте, в ладони. Вот две такие улыбки в ладошках. И по позвоночнику пройдитесь, две лопатки, улыбнитесь двумя лопатками, позвоночник. Можно каждым позвонком тык-тык-тык-тык-тык-тык вниз улыбнуться. И копчиком, крестцовой зоной, тазобедренными суставами, коленями. И стопы улыбаются. И каждый пальчик на ноге, на ногах. И каждый пальчик на руках. Да? Каждый пальчик улыбается. Давайте вытягиваем ручки. Переходим к небольшой разминке. То есть подвигайте пальчиками. Растяните пальцы. Круговые движения. В одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Вытянули. Вниз, вверх. Вниз, вверх. По кругу. В одну сторону. В другую сторону. Значит, сегодня подробный разбор будет пранаямным техникам развития дыхательной системы, развития дыхательного центра. Ну, я
много раз говорил, что как Патанджали писал, вот этот мудрый йог-основатель, ну, можно сказать, вообще первоисточник, да, пранаяма, техники пранаямы подготавливают ум к концентрации, делают ум, вернее, пригодным для концентрации. Концентрация, что это у нас? Это медитативная техника уже. То есть делает ум пригодным для медитации. Но мы сегодня подготовку сделаем. Подготовительные упражнения, подготовительные различные разминочные техники, которые используют пловцы, йоги, там, фридайверы и все, кому нужна отдыхалка. Все, кто в том числе йога-терапия, оздоровление. Вот мы попробуем все это поделать. Давайте встаем. Продолжаем разминочку рук в одну сторону, в другую сторону. Угу, хорошо, тряхнули. И теперь у нас также разминаем мозги, да? Теперь у нас правая рука рисует. Давайте вот так пальчиком рисуем круг перед собой. Вот, достаточно просто пока, да? Рисуем круг перед собой. Вдох, выдох. Сейчас нам надо мышцы разогреть, прежде чем большой комплекс сделать пранавьяямы. Вот. Ага. А теперь сзади такой же круг. Сзади. Раз. Вот я сзади рисую. Представьте, что спереди стена и сзади стена. И мне надо здесь круг нарисовать, сзади круг нарисовать. Вот я сзади рисую. Надо развернуться, не меняя положение стоп. Хорошо. И теперь сразу два круга. Один, второй. Один, второй. То есть получилась у нас такая восьмерка. Вот у нас вся плечевая зона, лопаточная, начинает разогреваться. Это такая техника на работу, асимметричную работу мозга. Это мы раз включили, да? Правая рука была. Левая рука в левую сторону. Рисуем спереди. Рисуем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сзади. Развернулись. Развернулись. То есть надо уже провернуть хорошо плечевую зону. Видно, да? Сзади я рисую. И теперь и спереди, и сзади. Спереди, сзади. Угу. Запоминаем движение. Сейчас потребуется, будьте осторожны, чтобы не взорвать, ну, образно, да, свой мозг. Теперь мы с двух сторон помним, да, правая вот так начиналась, левая так начиналась. Я так и начинаю. Раз. Разворачиваюсь, рисую спереди, сзади, два, спереди, сзади, раз, два, раз, пробуем медленно, быстро, я вот в среднем темпе показываю, спереди, сзади, спереди. Что нам это дает? Мы располовиниваем сигналы из правой и левой части наших полушарий. Это раз. И два. Физически мы достаточно активно действуем коленями, тазом, то есть подпружинивание, скручивание. Давайте вот просто покрутимся. Скручивание. Вот это простое действие, да? Это простое тоже со скручиванием. Примерно оно похоже на предыдущее. Только это вот начальный уровень. А теперь отсюда давайте перейдем к более продвинутому. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Можно по очереди. Сзади и спереди. Я две восьмерки рисую. Хорошо. Остановились, почувствовали, как это подействовало на
Тут. У нас следующая история. Теперь правая рука не так начинается, а мы в другую сторону. Вот в эту сторону начинаем. Раз, два, три, четыре. Нарисовали, да? С другой стороны. Раз. Рисуем. Два, три, четыре. С двух сторон. Раз, два, три, четыре. Поэтапно рассказываю все. Угу. Теперь левая. Левую теперь в другую сторону. Вот в эту, да? Сразу с противоположную. Раз, два, три, четыре. С другой стороны. Раз, два, три, четыре. С двух сторон. Раз, два, три, четыре. Угу. Мне просто интересно, у кого все-таки такая штука получается. Давайте. И теперь мы в две стороны начнем. Разворачиваемся. Видите, правая рука идет влево, левая вправо. Раз, два, три. Пробуем рисовать сзади и спереди. Сзади и спереди. Мы в другую сторону двигаемся. В другую сторону. Угу. Хорошо. Тряхнули. Тряхнули, попрыгали. Попрыгали. Теперь здесь у нас все хорошо. Давайте еще шею. Шею вытянули. Правое ухо вверх. Пальчиками. Давайте на правую ножку, на левую ножку встанем. Вот так. Усложним. Вот, вытягиваемся. Вдох. Выдох. В другую сторону. Пробуем. Вдох. Выдох. Первую сторону. Вдох. Так. Пробуем. И меняем стороны. Хорошо. Другая сторона. На правую ножку встали. Пальчиками потянулись вниз. Правое ухо вверх. Левое ухо вверх. Правое ухо вверх. Левое ухо вверх. Угу. Стопы также тут разогреваются. В балансе, да? В балансовых асанах. Хорошо, теперь правое ухо вверх, повернулись вверх, посмотрели. Левое вверх, посмотрели. Медленно. Правое вверх ухо, посмотрели наверх. Левое вверх ухо, посмотрели наверх. И рисуем опять восьмерки. Вот как руками рисовали, теперь рисуем восьмерки головой. Головой. Разминаем структуру шеи. Хорошо. Теперь левое ухо вверх. Посмотрели вниз. Вернулись. Правое ухо вверх. Посмотрели вниз. Вернулись. И начинаем рисовать носом восьмерки. Хорошо. Отлично. Теперь начинаем кивать вперед. Раз. И возвращаться назад. Два. Три. Четыре. Пять.
6, 7, 8, 9. Теперь в другую сторону кошка лижет шерстку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Правое плечо. Киваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Лижем плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Левая. Киваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Лежим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Круговые движения. Один, два, три, четыре, в другую сторону, один, два, три, четыре. Хорошо. Потрясли головой, руками и всем телом. Так, теперь нам на ножки подключить. Да, ягодицы. Пятка ягодицы. Удар пятки в ягодицы. Хорошо. Стопы. Носочки, пятки. Носочки, пятки. Носочки, пятки. Внешние, внутренние стопы, внешние, внутренние. Хорошо. Пальцы растопыриваем, поднимаем. Большой оставляем, остальные вниз. Большой вниз, остальные вверх. Меняем. Меняем. Большой вверх, большой вниз. Большой вверх, большой вниз. Видно? Большой вверх. Ага. Хорошо. И ходьба на сжимая стопу с конца коврика. Проходимся по всему коврику, создавая движение. То есть поджали, разжали. То есть стопа сжимается и разжимается. Важный элемент терапии плоскостопия. И хождение в обуви, да, у нас обувь сжимает. Избавляйтесь от обуви, которая поджимает, сжимает пальцы. Обувь должна быть удобная, просторная. Постучим пяточкой. При этом макушкой вытягиваемся вверх. Вытягиваемся, вытягиваемся вверх. Молодцы. Остановились. Давайте еще разогреем еще чуть-чуть тазобедренные. Одну ножку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Первая, вторая нога. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо, стряхнули ножки. И еще покачаем ногой в таком режиме с руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9. Очень хорошее движение для разминки двигательной нашей системы. Вторая нога. Раз, два, три, четыре, пять. Размашисто руками. Махаем руками. 8, 9. Ага. Хорошо. Теперь присаживаемся. Чуть размялись. В любую позу присаживаемся. Успокаиваем дыхание. Сейчас нам нужно глаза, двигательные мышцы. Почувствуйте, как энергия, вот куда мы взгляд направляем, туда энергия идет. То есть вот наше ощущение смещается. Поехали. Вправо-влево двигаем глазами. Вверх-вниз. Постепенно успокаиваем дыхание. Хорошо. Диагональ. Верхний угол, нижний. Поменяли диагональ. Верхний и нижний. Хорошо. Круговые движения. По кругу. По кругу. Двигаем глазным яблоком. Другую сторону. Хорошо. Отвели глаза максимально влево. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Пять. Максимально вправо. Раз. Чувствуем, что при этом происходит. Два. Три. Четыре. Пять. Вверх. Максимально вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Максимально вниз. Раз. Два. Три. 4, 5. Левый вверх. Раз, два, три, 4, 5. Право вниз. Раз, два, три, 4, 5. Правый вверх. Раз, два, три, 4, 5. Лево вниз. Раз, два, три, 4, 5. Посерединке. Кончик пальчика захватили. Смотрим на палец. Смотрим, приближаем палец к носу. Смотрим на кончик носа. Отводим палец. На вытянутую руку. Теперь палец в межбровье. Смотрим в межбровье. На вытянутую руку. Еще раз в межбровье. Оставили в межбровье взгляд. Держим. Кончик языка на верхнем небе.
Расслабили глаза. Хорошо. Сейчас первые три подхода прана-вьяямы будет очень простой. Капалабхати. Первое у нас дыхание капалабхати. Дышим несколько раз. Раз в минуту. Потом делаем вдох. Выдох со звуком ха. Язык тянем к грудной клетке. Глаза тянем вверх. Растягиваем вот эти две структуры. То есть мы лицо подключаем, горло. И после того, как выдохнули таким образом, встали в позу рыбака и стоим со втянутым животом. Второй круг будет такой же, только живот двигаем. Третье пробуем, у кого наули, наули. Или опять у Дианы Банха, Агнисарадхаути. У Дианы Банха, Агнисарадхаути. Итак, с манипуляциями живота меняем вариант исполнения. Поехали. Встали ровненько. Капалабхати раз в секунду. Вдох. Выдохнули со звуком ха. Поза рыбака. Отпустили живот. Восстанавливаем ножки вместе. Дыхание, руки через стороны вверх, вдох. В носочках поднялись. Выдох, кончик языка на верхнем небе. Уджай, дыхание, восстанавливаем. С сопротивлением дышим, вдох. Выдох. Вдох. Впереди осень, впереди изменение погоды. Дыхательная система нужна. Мы развиваем также центральную нервную систему, команды, обучаем свою нервную нейросеть командам, вот этим дыханию, вот этим более полному. Мы развиваем дыхательные мышцы, и вообще это очень круто продышаться, да? Давайте, капалабхати, чуть побыстрее, на 2/3. Выдохнули. Кинули. Хорошо. Ноги вместе. Делаем. Отпускаем живот, делаем вдох, руки вверх, в прогиб. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Третий подход к капалабхати. Чуть побыстрее и поинтенсивнее.
Вдох. Выдох. Отпускаем. Ножки вместе, руки. Раскрываем в стороны ладошки. Вверх, вдох. Выдох. Наблюдаем за изменениями в ощущениях. Выдох. Вдох. Выдох. Давайте четвертый еще сделаем капалабхати. Такой самый быстрый. С руками. Давайте так. Ножки чуть-чуть присогнем. И отпружиниваем, как будто мы баскетбольный мяч бьем в пол. Теперь право, влево, центр. Вдох. Выдох. Хорошо, ноги вместе. Руки через стороны вверх. Вдох. В носочках потянулись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Кончики языка на верхнем небе. Дыхание уджайи. Выдох. Следующий блок. Бхастрика. Бхастрика. Это кузнечные меха, вдох, выдох, полный вдох, выдох. С руками. Давайте. Ручки на себя, вдох, от себя выдох. Хорошо, делаем вдох. Задерживаем дыхание, не дышим, щеки надуваем, плечевая помпа, плечами вверх-вниз бросаем. Да, вдох. Звук ха. Вторая помпа. Вдохнули, задержали, дышим. Ой, не дышим. Щеки надули. Как насос подняли. Да, вдох. Выдох, язык, глаза. Вдох. Не дышим, щеки. Да, вдох. Отлично. Ножки вместе. Вдох. Восстанавливаем. Выдох. Успокаиваем систему. Успокаиваемся. Вдох. То есть нам нужно сбалансировать возбуждение и расслабление. И еще вдох.
расслабляемся. Каждый выдох – это расслабление. Второй подход. Плечики развернули, завернули. Выдохнули, зажали ноздри, сделали вдох, посмотрели вверх ртом. Надули щеки, не дышим, подбородок на грудную клетку, приседание. Отпустили все, сделали да, вдох. Выдох со звуком ха. Кинули. Отпустили. Ножки вместе. Руки разводим в стороны. Вдох. Останавливаем дыхание. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Третий подход. Бхастрики. Животом. Удар бхастрика. Дыхание животом. Дышим. Ладошку ставим перед животом, чтобы как будто бы пробовать стенкой живота коснуться ладони. Выдохнули, вдохнули. Не дышим. Руки вперед крутим. Хорошо, да, вдох. Выдох, втянули живот. Каждый раз меняем вариацию с втягиванием. Или втягивание, или агнисарадхаути. Ножки вместе. Руки через стороны вверх. Вдох. На носочках потянулись. Выдох, утяжение, расслабление. Вдох. Выдох. Можно, чтобы пхастрик уджайи получалось, лучше со про себя повторять. Проговариваем со шепотом хам. Я есть. Еще раз. Со. Хам. Отлично. Пурна бхастрика. Пурна. И плечи двигаются. И живот. Живот, плечи. Поехали. Вдохнули, надули щеки, руки назад,
Да, вдох. Выдох. Ноги вместе. Потянулись вперед и вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Так, мы сделали 4 капалабхати, 4 пхастрики. Это основной блок. Дальше завтра мы продолжим. Я по времени посмотрю. Завтра мы продолжим. Повторим это уже в таком сжатом варианте. Я предложу. И повторим. И продолжим. Там еще. Ну, как минимум, еще 4-5 блоков есть, таких хороших, развивающих. И вот эти два занятия можно себе отмечать, записать где-то, скачать. Можно, кто умеет с видео, вырезать вот этот кусочек и его практиковать всю осень, это всю зиму. Это йога, терапия, дыхательная система и подготовка к пранаяме. А мы еще с Уджайи сделаем один круг и будем заканчивать. Один круг приветствия солнцу. Ладошки перед грудью, руки через стороны сделаем, вдох, Уджайи, выдох, мягко дышим, правую ножку отшагнули, вдох, выдох, руки в стороны, теперь пятка сзади в пол, развернули, левая рука вперед, правая назад. Правой ручкой коснулись ноги, вдох. Левой рукой коснулись пола, выдох. Хорошо, развернулись, вдох. Ладошка на ладошку, выдох. А теперь пошли дальше. Планка, вдох. Опускаемся на 8 точек, выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Правая нога вперед. Вдох. Руки вверх. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. На вторую сторону вдох. Наклон. Выдох. Левая нога назад. Вдох. Руки в стороны. Заднюю ножку в пол. Выдох. Потянулись левой рукой назад. Вдох. Правый вверх. Выдох. Правый вниз. Левый вверх. Вдох. Развернулись. Левый локоть, выдох. Ладошка на ладошку, вдох. Хорошо. Выдох, планка. В планке вдох. На 8 точек. Колени, грудная клетка, подбородок, выдох. Кобра, вдох. Собака головой. Вниз, выдох. Левой ногой шагнули. Вдох. Наклон, выдох, руки через стороны вверх, вдох, выдох, садимся, садимся на заминку. Ну, собственно, у кого время есть, по традиции я говорю, что можно полежать в шавасане. Вот. И
То, с чего начали, этим и закончим. Почувствуйте свою улыбку. Улыбнитесь. И давайте ее еще раз пройдемся улыбкой. Поместите улыбку в глаза, глазами улыбнитесь. Уши. Затылок. Шея. Вот ощущение улыбки в шее. Плечи. Локти. Кисти, ладошки, каждый пальчик на руках, лопатки, давайте грудью, грудными, грудями правая, левая, сердцем, потом позвоночником, каждый позвонок. Так, 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 улыбнулся, улыбнулся до самого низа. Тазом улыбнулись, ягодицами, половыми органами, низ живота, пупок растянули в улыбку, солнечное сплетение, желудок, печень справа-слева, сразу улыбнулись, почки справа-слева улыбнулись. Хорошо, тазобедренные суставы, колени, прям вниманием проходим, стопы и каждый пальчик на ноге. И продолжаем вот с улыбкой, вот эту улыбку распространять на весь день, на свой, на события, на людей. Попробуйте сегодня попрактиковать всех, кого вы бы не встретили, как минимум. Подарить улыбку, улыбнуться, что бы ни происходило. Даже если это в метро или в автобусе или где-то еще куча людей. Попробуйте всем улыбнуться. Все. Завтра продолжим дыхательные техники. Они сейчас очень важны, они всегда очень важны. Это здоровье и долголетие, дыхание, развитие нашего мозга. Хорошо. На сегодня все. Поднимите руку, чтобы я видел, кто занимался. Благодарю за прямой эфир вместе. Спасибо за сердечки. Принял сердечки. Пока.